26 апреля. Ой, кстати, 54 года назад в Ташкенте произошло землетрясение, разрушительное, после которого всем Советским Союзом его строили и отстроили. Но это так, просто вспомнила. Мы все гуляем. Люди соблюдают режим, ходят в масках. Ну, многие не ходят в масках. Там мамашки сидят со своими детьми. Вот у нас здесь парк детский, но он закрыт. Площадка детская. На нее нельзя заходить. Но маманьки гуляют со своими детьми здесь. Конечно же, трындят с собой друг с другом без масок. Но вообще народ ходит. Большинство ходит в масках. Так все хорошо. Весна. Все распустилось, все зелено. У нас открыли все парки, разрешили уже и детям гулять. А, ну я уже это говорила. Со следующей недели или с мая месяца еще там начинается послабление. Спортивные площадки открывают. А вообще, конечно, что-то вообще все ничего не понятно. Маски заставляют носить. Наш министр здоровья Шумовский каждый раз с мрачным видом говорит, что щит захоронения еще не достиг, что его будет достигнут осенью или еще когда-то. В общем, какой-то хаос и непонятность. Я, конечно, не отношусь к ковида-диссидентам, но еще немножечко, и я, может быть, даже им тоже стану. Ну, посмотрим, как будет дальше. Жалко просто людей, которые теряют работу. Неизвестно, как все это будет дальше. Мне очень нравится это здание. Его сейчас начали приводить в порядок. Очень красивое. Вот тут оно какое, все замурзанное. И вот здесь вот от этого угла начали его реставрировать. И вот такое оно будет прекрасное, красивое. Классно. Наша улица 3 мая. Непривычно пустынная, пустая. Нет, ну вообще-то уже, конечно, привычная за полтора месяца кварантанны. Но когда здесь много народу, здесь как-то вот веселее чувствуется жизнь. А сейчас пока нету жизни. Но поскорее бы все уже закончилось и жизнь появилась бы. Все ходят, все идут в масках, стараются. Молодцы, молодцы. Какие у нас на рынке красивые тюльпаны посадили. Разных цветов. Вот это вот белые, махровые. А вон там вот желтые тюльпаны. Вот это наш рынок, собственно говоря. А вот там, ну-ка, отойди, Костя, не загораживай мне. А там вот такие вот красно-желтые. И здесь тюльпаны. Вообще красиво сделали.